я полгода. Я полмира почти через злые бои прошагал и прополз батальоном. Обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, на полуторке к самому дому. Я стоял и немел, а над крышей дымок подымался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату. Не припала в слезах на могучую грудь, а руками всплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях. Я шагнул в полутемные сени, за чужое за что-то запнулся в сенях. Дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом ты на месте моем, неприветливый новый хозяин. И фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. И это значит, пока под огнем. Я спешил, ни минуты не весил, он все вещи в дому переставил моем и по-своему все перевесил. Мы ходили под богом войны, артиллерия нас накрывала, но смертельная рана нашла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя в пояснице согнул, силу воли позвал на подмогу. Извините, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Нет, дескать, мир да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Ну а он, млядь, даже ухом в ответ не повел, вроде так и положено было. Зашатался некрашенный пол, я не хлопнул дверями, как когда-то. Только окна раскрылись, когда я ушел, и взглянули мне вслед виновато.